Полиции возбудили уголовное дело по факту ЧП на вокзале Алматы-2. Часть облицовки здания, выполненной из мраморного камня, внезапно обрушилась на случайного прохожего. Мужчина буквально придавило тяжелыми обломками плиты, откуда пострадавшего кое-как вытащили прохожие и работники КТЖ. В состоянии травматического шока он был доставлен в больницу и сразу же помещен в отделение реанимации. Известно, что пациент перенес несколько операций. Были предприняты меры по стабилизации состояния и выведению его из травматического плевропульмонального шока, после чего, по показаниям, ему провели оперативное вмешательство. Вся медицинская помощь ему была оказана в полном объеме и своевременно. Сейчас пострадавшего перевели из реанимации в травматологическое отделение, однако поговорить с ним не удалось. Тем временем в управлении транспортной полиции начали расследование по факту недоброкачественного строительства. Подробности дела пока не разглашаются. 7 января текущего года данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования линейного управления полиции на станции Алматы-1 по части 1 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть недоброкачественное строительство. В данное время сотрудники транспортной полиции проводят расследование.